И всем привет, ребята, снова с вами игрок Ромер, и мы сегодня играем с моим другом Артем Про. Можете подписаться на его канал тоже, кстати, ребята. Кстати, в прошлом видео я говорил, что у меня есть свой канал, и это правда так. Ну а сегодня мы будем фармить урон на нового бойца, да, ребят. Не-не-не, Артём не лезь, Артём не лезь, опа. Ладно, ребята, ладно. Сколько у меня урона? Почти сколько, ну ладно. Ребята, берем мы не Мортиса, а берем мы дерево. Блин, дерево. Тобой зачем? Я не понимаю, зачем мне Леона? Ребят, так откатываем от Эдгара, потому что Эдгар, сами знаете, там вы что, издеваетесь? Ну, Эдгар, ничего, сейчас банки подсоберем. Ребят, нет, только не экономия. Ладно, ребята, ничего. Так, оп. Здравствуйте! А мы вас не звали. Так. Иди, ребята. Купим на вот такого вот этого. Блин, ребята, ладно. Этот бой был и так трудный, но ладно. Ну, ребята, этот бой был трудный, но следующий еще труднее. Так что за это, мне кажется, надо влепить лайкос и подписаться. Что, ребята, наберем 200 подписчиков, и для вас больше контента, и для меня... И у меня это рано. Опа, нифига. Че это? Реально, ребята, офигеть. Прикольно. Копим на него, кстати, урон. Дерево убил. Ребята, нельзя тормозить, нельзя медлить. Не везет что-то. Теперь нападай. Нет, не повезло. Если прямо теперь легко вырос. Mm-hmm.
Ребята, эпично. Эпично, ребята. Просто эпичная битва. Так сказать, битва титанов. Нет. Так, это битва титанов. Битва титанов. Вот. Давай. Да, ребята, да, это просто была битва титанов, ребят. Просто вообще жесть, ребята. Потом за это, я думаю, можно и влепить лайкос. Потому что реально это просто была какая-то битва титанов. Вот что бы ни говорили, это просто была битва титанов. Просто мы их в конце упасили. Просто там возродился у него, у меня возродился. Мы не могли, но мы выиграли, да, ребят. На чем? Уйди. Мне кажется, вот Биби. Что если шандарахнет дубину, то все, как Биби. Уйди, удрось. Ладно, ребята. Ничего, ребята. Нам главное урон наносить. Так, нужно наносить урон, скорее всего, я возьму карту. Карта просто... Когда у него ульта просто... Не знаю. Ребят. Что вам сказать? Кстати, спасибо за 153 подписчика. Мне очень это приятно. И, кстати, вы сделали мне самый лучший подарок на Новый год. Реально. Да, ребят. Так, блестит. Нет, ребята, ладно, крызи. Ладно, ребята, ничего. Она очень быстрая. Этот Макс, она очень быстрая. Как вы думаете, Макс это мальчик или девочка? Мне почему-то кажется, что это девочка. Потому что, как бы сказать, она очень похожа на девочку. Но Макс, у нее странное имя. Я чисто наношу урон просто. Ну-ка, мне нужно наносить урона как можно больше, ребят. Ребята, да. Как можно больше. Чуби. На, ребята. Да, ребята, подбери все, ребята. Это просто победа. Ребята, если он все правильно сделает, то просто это победа. Будет концовная победа. Вообще хорошая победа. А, у меня даже все сидит. Ну ладно, вы что, издеваетесь? Ребята, это просто концовочка такая.
отличнейшая. Ну, ребята, если вам понравилось это видео и вы хотите что-то наподобие этого, то ставьте лайкус, пишите коммент. И если мы набираем на этом видео, я думаю, 20 лайков, то я снимаю еще одно видео. Как я играю в Бравл Старс. Да, ребята, ну а на этом пока. Всем покусики. Всем пока.